Всем привет, я Лена, мне 49 лет, и я, прикиньте, для этого вообще ничего не делала, даже сопротивлялась. 49, сука, лет. У меня два мужа, оба бывшие. Я тоже очень рада тебя видеть. Двое детей. Это по совету врача. Еще и свекровь. Может, ты знаешь, как от ячменя избавиться? Заходи. Очень много работы, мало денег. А вот давайте на 500 рублей ставим что-то. Может, вино отменить? Вроде все как у всех, но на самом деле нет. Я же стендап-комик. Сейчас в школе постоянно пугают. Мониторьте соцсети. У детей очень много суицидальных групп. Я это и без них знаю. Я сама состою в двух группах. ЕГЭ-2020 и в 50 все только начинается. Да? А где наши перья? Давай так, возьмешь флаг и будешь орать. Я белый человек, это наша земля. Галина Ильина, да. Можно ответить, кто же будет белым человеком, а? Мне недавно позвонила моя мать в 7 утра. И первое, что вот она сказала, без лишних предисловий, ну как там Путин? Хотел сказать, ну вчера поел, сейчас спит, передать ему трубку. Это было очень смешно. Пожалуйста. Ну, пока. Ну, ничего не говори. Детей из сада забирают, шины меняют. Да как тр***ться, господи. Просто profi.ru. Мы просто играем в жизнь. Блин, у тебя наконец-то появился нормальный мужик. И тебе обязательно надо его просрать, да? А кто тебе сказал, что у нас не полная семья? Галина Юрьевна. Знаешь что, Дуся? У нас полная семья. Я бы даже сказала, переполненная. Наши сюжеты — это белый лист, где мы вместе напишем свой. Я не шучу. Основана на реальной жизни. Новый комедийный сериал с 4 марта. Только на Кинопоиск HD.